Здравствуйте, в эфире новости дня, в студии Елена Катаржина. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Реформа исполнительной власти. За основу взят федеральный подход. Министерства займутся отраслевыми направлениями, администрация губернатора – обеспечением их работы. Обвинение предлагает 15 лет лишения свободы. Защита заявляет о том, что преступление вымышлено. Началось оглашение приговора по делу о незаконном обналичивании средств мат-капитала. Золотая ладья вновь в нашем городе. Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества собрал исполнителей со всей страны. Огненное шоу наблюдали сегодня на автодороге Новгород-Шимск. Свидетельницей возгорания грузовой «Газели» стала и наша съемочная группа. «Газель» загорелась на трассе между Новгородом и деревней Барки примерно в 14:30. Автомобиль принадлежал старорусскому хлебозаводу. Сам водитель не пострадал, но, говорит, еле успел разгрузить кузов. Боялся, что топливный бак рванет. «Ехал, хлопнул под капотом, и все, и сразу воспламенилось». А что воспламенилось? Да, в кабине? Двигатель. Попытались затушить, не получилось. Достал огнетушитель, начал, помогли проезжающие, но ничего не помогло. 6 штук потратили, бесполезно. За несколько минут возгорание переросло в сильное пламя. Почти сразу на место происшествия подоспели сотрудники ГИБДД. Опасный участок трассы перекрыли на время тушения огня, и пробка с обеих сторон образовалась мгновенно. Бригада пожарных сработала оперативно. Взрыв бака с соляркой удалось предотвратить. Само возгорание «Газели» по пути следования. Водитель вытащил груз, успел с автомобиля. Во время езды «Газель» почти сгорела. По данному моменту больше сказать не могу. Будет работать ГПН. Для установления причины возгорания потребуется дальнейшая экспертиза. Кабина и большая часть кузова выгорели дотла. А водитель сгоревшей «Газели» отправился в Старую Руссу на другом автомобиле вместе с коллегами. Пожарная бригада из Великого Новгорода прибыла на место происшествия буквально через 15-20 минут после возгорания. Сейчас уже пожар потушен и движение на трассе восстановлено. Из Новгородского района Людмила Александрова, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. И еще о происшествиях. В Новгородской области спасатели и добровольцы продолжают поиски рыбаков, пропавших почти неделю назад. Двое мужчин 47 и 37 лет уплыли на надувной лодке еще 4 января. Как сообщили в группе ЧП ВКонтакте, они отправились на рыбалку к урочищу Медово-Холмского района. И с тех пор на связь не выходили. К поиску сразу же подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс». Сейчас это уже напоминает спасательную операцию. Мужчин ищут в Холмском и Парфинском районах. Работает вертолет К-32 авиационно-спасательного центра МЧС России. Используется катер на воздушном подушки, водолазное оборудование. Как сообщили в МЧС, всего к поискам привлечена группировка в составе свыше 40 человек и 16 единиц техники. Помимо профессиональных спасателей участвуют добровольцы, представители полиции и местных администраций. Однако новой информации пока не поступало. Отраслевые направления. Стройками должны заниматься строители, медицина, медики. Это главная задача реформы органов исполнительной власти региона. Об этом сегодня рассказали журналистам в правительстве области. Теперь, впрочем, формально здание на центральной площади можно именовать и администрацией губернатора. Для чего все это, объяснял Сергей Сорокин. Структура областной власти с 1 января претерпела значительные изменения. На смену уже привычным департаментам и управлениям пришли 13 министерств, 6 комитетов и 2 инспекции. А единое понятие правительства Новгородской области теперь делится на 2 больших блока – администрация губернатора и, собственно, правительство губернии. Во главе обоих по-прежнему Андрей Никитин. Но функции теперь четко распределены. Исполнительная власть – это министерство. Есть органы исполнительной власти. И, соответственно, это целевые, отраслевые вещи. То есть медики про медиков. Медики не занимаются строительством. Кстати, с Нового года в том числе. И спортсмены больше не строят у нас стадионы, как это было раньше. Стройкой занимается только... Как это у нас? Министерство строительства. Спасибо. Значит,
И они занимаются исключительно вещами в плане отраслевыми. Они, при этом они не занимаются своим обеспечением, как это было раньше. Проще говоря, теперь медикам не придется покупать бумагу, принтеры, содержать здания, заниматься кадровой работой. Их забота – томографы и аппараты УЗИ. А офисные кресла – прерогатива сотрудников администрации губернатора. Сергей Сорокин признается, эксперимент уже проведен. В октябре 2017-го бумагу для принтеров покупали для всех сразу. Затраты сократились на 15%. И это только по одной позиции. Меньше затрат, больше остается для решения таких вещей, которые, так что называется, заскорузлые. То есть все вот эти вот, вся экономия предполагается направить на расшивку всех старых долгов. Куча долгов, не для кого-нибудь, муниципальных образований, муниципальных учреждений. Да, то есть все, что будет сэкономлено там, оно и остается, никто не из муниципалитетов деньги не выдергивает в какой-то там мифический кубышку. Они остаются там, единственное, что у них целевое назначение сразу меняется на «давайте рассчитаемся по долгам». Помимо единой службы закупок, единое юридическое, кадровое, бухгалтерское сопровождение всех министерств. По самым скромным подсчетам, экономия составит 300 миллионов рублей в год. Сокращению уже подвергся и штат сотрудников. Исчезли 236 позиций, 40 из которых были вакантны. Экономия фонда заработной платы будет распределена между оставшимися работниками. Прибавка составит от 12 до 17%. А вот количество замов у Андрея Никитина осталось прежним. Их 8. Администрация – это не какие-то вновь нанятые люди. Это просто реструктуризация тех же сотрудников из тех же министерств. Это просто перестановка позиций и переподчинение существующих людей. К слову, устроиться на работу в правительство все еще можно. Пока не удалось найти министра образования и науки, министра госуправления и министра инвестиционной политики. В целом же в коридорах власти мало что поменялось. На местах даже старые таблички. Деньги на новые выделять не спешат. Не это главное. Работа идет своим чередом, а создание министерств в Новгородской губернии сегодня напоминают разве что обновившиеся шапки на сайтах бывших департаментов. Алена Суфтина, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Сразу несколько громких процессов в Новгородском районном суде. Сегодня началось оглашение приговора по делу о незаконном обналичивании средств материнского капитала. С подробностями Юлия Бабич. За несколько минут до начала провозглашения приговора те, кто пришли поддержать Александра Константинова, без стеснения назвали все происходящее показательной поркой. Напомним, экс-директору Центра недвижимости вменяется создание преступного сообщества, которое провернуло 50 фиктивных сделок. Под руководством Александра Константинова, по версии следствия, была разработана схема обналичивания материнского капитала. Похищено более 6 миллионов бюджетных рублей. Все преступление, которое инкриминируется Константинову и его сотрудникам, оно является вымышленным. Абсолютно не нашло своего подтверждения в суде никакими доказательствами. И не доказано само событие преступления. Поэтому сторона защиты изначально, с самого начала, еще 4 года назад, заявляет и будет заявлять о том, что данное дело сфабриковано. Сам Александр Константинов вину по-прежнему не признает. К слову, с мая 2016-го подсудимому изменена мера пресечения. Содержание под стражей сменил домашний арест. И сегодня обвиняемый слушает свой приговор вместе со всеми собравшимися. Государственное обвинение, в свою очередь, считает представленные доказательства вины Константинова и его сообщников исчерпывающими. Государственное обвинение предложило назначить Константинову по совокупности преступления наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет со штрафом в размере 1 200 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1,5 года и с лишением права заниматься организационно-посреднической деятельностью при совершении гражданско-правовых сделок. Остальным фигурантам уголовного дела гособвинение предложило наказание от 5 лет и 8 месяцев до 7,5 лет лишения свободы. Скорее всего, оглашение приговора займет несколько дней. Материалов много. Сам подсудимый заявил сегодня, что готов к любому исходу событий. Юлия Бабич, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. И сегодня же в районном суде начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева. Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Вадима Фадеева для прессы закрыто. Журналисты и видеокамеры не без досады проводили бывшего вице-мэра и конвой лишь до порога зала. Разбираться в нашумевшем деле суд будет без посторонних, потому что в процессе участвуют несовершеннолетние потерпевшие. В ходе процесса будут допрошены как потерпевшие, так и свидетели.
обвинения по данному делу, исследованы вещественные доказательства, документы, которые, по нашему мнению, подтверждают предъявленные обвинения. Полагаем, что этих доказательств достаточно для того, чтобы поддерживать государственное обвинение по данному делу, и все они будут исследованы непосредственно в судебном заседании. Правоохранителями установлено, что Фадеев с декабря 2015 по январь 2016 года, находясь в Великом Новгороде, вел переписку с несовершеннолетними. И только этим его противоправные действия не завершились. По версии следствия, обвиняемый, являясь пользователем одной из социальных сетей, в течение 2 лет размещал на созданной им странице под псевдонимом Дмитрий Лазарев видеоролики, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних и демонстрирующие сцены половых контактов с участием детей. В дальнейшем Следственный комитет сообщил о появлении новых эпизодов, связанных с развратными действиями в отношении несовершеннолетних. Выявить их новгородским следователям помогли псковские коллеги. До появления этой информации бывшему вице-мэру вменялось уже 12 преступлений. Добавим, что сам подсудимый от дачи каких-либо показаний отказался и хранит молчание. В нашу редакцию обратились жители одного из домов поселка Парфино. Люди опасаются, что 12-квартирное здание скоро рухнет, как карточный домик. По крайней мере, крыша, по их словам, уже поехала. Съемочная группа новостей выехала на место. Текет, все текет. Прям пришла с работы, кровать мокрая насквозь, в спальне текло. Пришли, пожародили, там закрыли все. Ну и что, ушли, дождь пошел, опять оно текет, все, нам не на голову. У меня в туалете постоянно все текет. А мне зонтиком садиться надо там. Текет, по словам жителей дома номер 9 на Партизанском переулке в Парфине, из-за дырявой кровли. В одном из подъездов потолок верхнего этажа провалился и образовал дыру размером с половину лестничной площадки. Но муниципальная власть считает, что собственники преувеличивают проблему. Не так это печально. Там балки в нормальном состоянии. Там просто нужно купить, извините меня, 3 доски 6-метровых и просто прибить все. Там балки в хорошем состоянии, обследование сделано. Там требуется текущий ремонт. Этот ДВП-утеплитель изготовили в начале 50-х на Парфинском фанерном заводе. Сегодня настенное покрытие выглядит так, будто его грызли голодные животные. Во. А в некоторых местах стены вообще мягкие и напоминают сумасшедший дом. Вот она осталась, как она бежала. В квартире Бородковых от сырости и ветхости не спасают даже свежие обои. Потолок протекает каждый раз во время дождя. Повсюду разводы и следы самостоятельной борьбы с мягкими стенами. Вот она даже, вот этот угол вот взять. Вот она. Повздутый весь. Я некоторые места разрубал, делал это и стягивал ее опять же. Ну, сверху обоями вот так вот. Кажется так. А тут к ней там, боже мой, что творится. К слову, аварийных домов в поселке Парфино около 50. Конкретно в этом почти все квартиры частные. Однако собственники не перестают обращаться к властям с криками о помощи. Боятся, что дом вот-вот рухнет, а расселять в ближайшие 2 года их никто не собирается. Удалось ли жильцам и районной администрации достучаться друг до друга и какие еще подводные камни прячет загадочный дом номер 9? Смотрите в понедельник в программе «Новости. Главное за неделю». Из Парфино Людмила Александрова, Владислав Ковалевский, «Новости». Новгородское областное телевидение. Взносы в фонд марафона «Рождественский подарок» составили около 35 миллионов рублей. По информации Министерства труда и социальной защиты населения, благотворительные пожертвования сделали более 1000 организаций свыше 10 тысяч жителей региона. Наш телеканал продолжает участие в акции. Регулярно мы транслируем номера телефонов, по которым можно оказать помощь нуждающимся. Напомним, в этом году областной марафон посвящен семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так получилось, что Светлане Григорьевой выпало воспитывать 3 детей в одиночку. Не так давно их семья переехала из областного центра в тихий, спокойный Тесово-Нетыльский. По словам мамы, здесь ей легче справляться с детьми, уже подростками Колей и Настей, и особенно с 7-летней Машей. Младшая дочь родилась с пороком развития лица. Мы уже сделали одну операцию, исправили губку. Сейчас нам, слава богу, стало гораздо лучше кушать. У нас не выливается еда изо рта, не выскакивает. Вот, речь намного лучше стала. Вот. Но у нас есть еще проблема. У нас не целая небушка. Нам нужна еще одна операция.
Сейчас Маша заканчивает детский садик и в следующем учебном году хочет пойти в школу. Мама и воспитатели в один голос уверенно говорят: Маша такой же ребенок, как и все. Отмечают ее успехи в чтении и письме, а также творческие способности в рисовании и музыке. Маша настойчиво делится своими впечатлениями с окружающими, но пока не каждый может ее понять. Операции делаются бесплатно, по квоте. Но так как девочке уже 7 лет, ее маме придется за свой счет находиться в Пушкине. Там будут оперировать, и там же будет проходить реабилитация. Однако сейчас в семье Григорьевых думают не только о второй операции. Перед этим Маше предстоит еще одна важная процедура. У нас носик, немножко опущенный кончик носа, нам нужны трубочки, чтобы носик поднимался. Их тоже делают в Питере, ортодонт. У нас такого нет в городе вообще. То есть ортодонты есть, но у нас таких процедур не делают. Они делаются на заказ по слепкам. Вот, и стоит это вот 6-7 тысяч. Вот эти трубки, плюс дорога, плюс все вот это вот осмотр специалистов, это все платно, конечно. Борьба с недугом идет. Победному настрою Светланы и ее детей можно позавидовать. Но, к сожалению, на это требуются и финансовые средства, которых в многодетной семье не хватает. Из Новгородского района Максим Широковских, Петр Самусов, новости. Новгородское областное телевидение. Новгородцев вновь приветствует «Золотая ладья». По традиции, именно в нашем городе в начале года проводится открытый всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества. Исполнителей есть всего 6 минут на то, чтобы покорить членов жюри. Более 50 конкурсантов выступают в порядке живой очереди. В таких условиях попасть в финал непросто. Детский коллектив «Апрель» из Санкт-Петербурга «Золотой ладье» принимает участие впервые. Играя свою программу, ребята волнуются, но только не 9-летний Тихон. Он знает, в чем секрет успеха. Надо, чтобы у тебя были руки хорошие, чтобы память была хорошая, потому что не всегда есть возможность посмотреть в ноты, особенно если ты играешь что-нибудь быстро. Я вообще все ноты заучиваю наизусть и обычно на ноты не смотрю, только иногда как вспомогательное. Коллектив «Апрель» участвует сразу в двух номинациях конкурса. Вчера ребята на сцене театра драмы представили на суд членов жюри музыкальную сказку про курочку Рябу. Кстати, они впервые играли ее вне стен родного Дворца детского творчества Петроградского района. Это детская опера, которая тоже звучала у нас с оркестром. То есть дети аккомпанировали нашего коллектива, а второй коллектив вокальный, он показывал сам спектакль. То есть это был такой союз у нас творческий. Прослушивание конкурсантов в номинации «Инструментальное исполнительство» заняло сегодня почти целый день. «Золотая ладья» пользуется среди юных музыкантов большой популярностью. Отсюда и такое количество участников. Особенность этого фестиваля, что все-таки наклонность и солисты, и ансамбли малых форм. Потому что вот с оркестром, даже вот в этом помещении, их около, наверное, 40 человек, все-таки сложно служить и жюри, то есть не позволяло помещение. Но солисты, они просто действительно у нас яркие выступали. Всего же в «Золотой ладье» 4 номинации. Кроме инструменталистов, в творческом турнире участвуют хореографы, вокалисты и театралы. Всего более 500 конкурсантов из Новгородской, Тверской, Пензенской, Мурманской, Московской, Свердловской областей, Карелии и Петербурга. Победители объявят завтра в 15 часов на большом гала-концерте в Театре драмы. Кстати, на него организаторы приглашают всех новгородцев. Вход свободный. Вероника Лебедева, Савва Ушаков, новости. Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересная информация. Вы можете поделиться по телефону нашей редакции 703003. Впереди реклама и прогноз погоды на четверг, 11 января. Всего доброго и до встречи.